Так, ну что, всем привет. Ни хао. Так, помахать. Блин, как же я ненавижу телефон в руках держать, честно говоря. Да нет, ты же сейчас фоткаешься. Вы очень красивая. Спасибо большое. Так, ну что? Вы что-нибудь, когда народ подтянется? О, здесь хорошо, прохладно. Короче, мы снимаем сериал. У нас будет 10 серий. В этом сериале я играю жену кавказскую. Вот. И вот мне такой вот нарядили вот такой вот образ. Я скромная кавказская жена. Я больше их не трогал никогда. И вот там где-то мой муж ходит. Ой, благодарю, спасибо большое. Сейчас подождите, девчонки, мальчишки. Юлия, кто такая Юлия? А? Да, это в Инстаграме. Наверное, очень большой отец. Так, очень красиво. Что за сериал? Ой, как интересно. Привет, привет. Сериал, это, ну, ток... Что за сериал? Ну-ка, расскажите. Рассказывай. Дагестанский, ой, кавказский сериал. Кавказский сериал, короче. Шуточный, про четырех жен. Короче, про двух мужей и про их жен. Вот, и там, короче, вся загвоздка, то есть, этого сериала будет основываться на том, что два брата между собой конкурируют. И вот и две жены, короче, тоже там с другими двумя тоже конкурируют, походу. Да? Спасибо. Так? Да, да, мы конкурируем. Мы конкурируем. Конкурируем. Это мой конкурент. Вот сидит, посмотрите на него. Это мой конкурент. Так, Тата, ты, а вы сценарий не читали? Читал, конечно. Читал. Вот сейчас читала. Одно слово. Одно слово там. И все, все написано. Я, знаете, как бы в главной роли, у меня там три строчки, поэтому я запомнила. Джалин написала. Пожалуйста, жена дорогая моя. Может, ты можешь? Я думаю, нет. Это Джалин. Маска опять снимает. Блин, да. Сейчас уберу. Что-то разговариваю. Все, я... С вас возьми с собой. Она всегда снимает. Так, Тата, а где вопросы? Я не могу... А, все, пошли. Новое видео. Новое видео будет. Кофе сделано? Новое видео. А, все, вот, Виртер. Вопросы, подождите, что-то пишет. Привет. Привет, Атуля, привет. А, привет. Ты меня слышишь? Че? Классно, обязательно будем сегодня смотреть. Так, какая вы красотка, спасибо большое. Так, Батуси уже с тобой. Батуси, конечно, со мной, я ее забрала в первый же день, как только приехала, это было позавчера. Так, где можно будет посмотреть сериал? Сериал можно будет посмотреть, я так понимаю, на Ютубе, да? Правильно? Верно? В Инстаграме. Это будет сначала пилотная версия в Инстаграме. У нас будет сначала пилотная версия в Инстаграме, далее мы смотрим, как этот сериал залетает или не залетает, и далее мы его пихаем в Ютуб. Так, я что-то пропустила, не знаю. Вот Вита. Где комментарий потерял? Красотка. Комментарий потерял. Иду, иду. Тата, привет, как ты? Как жизнь молодая? Слушайте, жизнь моя ту-ту-ту прекрасна. Цвету и пахну. Что мне еще делать? Ой. Что мне еще делать, молодой, красивой, стройной, загорелой? Я шучу. Что мне еще делать, молодой, красивой, стройной? А, у меня все хорошо. Ту-ту-ту. Блин, телефон устал держать. Так, дочка, от нас поцелуй обязательно. Тата, тебе идет, косыночка, как француженка. Merci beaucoup. Так, ты снялась в сериале? Вот у нас сейчас первая серия. Причем мы сегодня снимаем первую серию. Как сериал у нас называется? Ой, названия нет, по-моему, пока что. А, нет? Мне кажется, не могу, у меня кто-то забрал.
Классно выглядишь, спасибо. Как тебе идет? Кстати, мне голубой реально очень идет. Это такой достаточно мой самый, наверное, любимый цвет, все-таки голубой. Так, знаешь, китайский, конечно, знаю. Я же там выросла, закончила школу, закончила университет. И... А я просто в прямом эфире отвечаю. Да, я поняла. Я думала, ты... А я параллельно тебе тоже. Да, я там выросла, конечно. Так, ну почему вы опять такая красивая? Не знаю, но мне очень-очень приятно. Спасибо, мои девчонки. Так, дочка еще у Валеры нет, конечно. Я ее давно-давно уже забрала. Она была у них ровно 2 дня. Или 3. 3 это вот. Ну, не полных 3 дня, потому что я приехала в Москву, я сразу ее забрала. Получается, приехала я вечером. И вечером я ее забрала. То есть у них она была у них 2,5 дня. Скажи что-нибудь по-китайски. Ой, сензай будешь, да, уж вашима? Где у тата? Пахим пяля. Ой, сихуанчи, танцу идти. А, сейчас на японском? На китайском. Китайском. Она не про... Звоните. Мы не смогли выйти. Звоните, почему? Звоните ей. Звоните ей, она вам неправильно адрес указала. Я сейчас просто не смогу разговаривать. Вы без кофе, да? Ну, so sad. Не, я не заказывала. Да. Вот этот парень? А этот кто вообще? Я хотела его за штучкой одной отправить. За палочкой, но... Нет, я говорю, что... Сейчас будет звонить, а... Кто будет звонить? Она, короче, этот номер указала. Вот номер. Я сейчас тебе его скину. WhatsApp. Водитель везет плов, и девочка... А Казан-то привезли? Да, Казан есть пиздец, он тяжелый. Тяжелый, да? А вы его купили? Да. Короче, ты бывшая участница Дом 2? Да. Номер кино, все, напишу. Девочка с Дом 2. Всем привет. Так. Тата, где это? Мы сидим в Москва-Сити. На съемку. Что такое? Че ты зла? Ой, да ты его не трогай. Я тоже сначала. Я просто сначала тоже поправляла, потом думаю, надо успокоиться. Чем больше поправляешь, тем больше раздражаешь. А кофе. Я говорю, что мы не смогли выяснить, сейчас не принесли. Так, ой, какая крыса. Почему бочка не говорит? Такая болтушка. Мама говорила, это тоже поздно. Или ты тоже поздно начала? Вот потрясающий вопрос, бляха-муха. Вот как вы думаете, вот нахера такое вообще спрашивают? Вот я не понимаю, девочки. Ну что, блин? Так, красавица, машаллах, спасибо. Так. Конечно, я обожаю божишку, почему? Так. Я устала, мамочка. Ну, так, тебя вот я возьму. Ой, конечно, прости. Всем пока. Чуть позже сегодня я зайду, с вами пообщаюсь, на все вопросы отвечу. Всем пока. До вас меня одна. Смотрите меня. Спасибо. Так, ну что, давайте просто посплетничаем. Надо кого-то обсудить. Кого? Про кого будем сплетничать? Кого? Так. Кому косточки промоем? Так, какой парфюм любимый? Слушайте, у меня нет одного единого любимого парфюма, так как все-таки я... Я люблю HFC Devil's Intrigue. Это мой один из самых любимых ароматов. И это Баккара. И еще, кстати, мне недавно понравился... Как это место называется? Северный вход. Алло, да? Вы таксист? Мне дали ваш номер, чтобы я вам позвонила насчет... Так, привет. Так, Надежда Кривилова. Слушай, это для тебя ненормально, это твоя жизнь. Чего ты взяла твои понятия, которые нормальные или ненормальные, нахера ты их в мою жизнь вставляешь? У тебя есть своя жизнь, следить за своими детьми, за моим ребенком следить тебе не надо. Говорит он, не говорит он, и так далее, и тому подобное. Это мое личное, как бы...
Не надо этим Вася, тыкать. Ты же знаешь, куда я сейчас приехала? И типа ты что, себя решила этим возвысить или что? Ну так могу сказать, что ты глупая, к сожалению, бабенка, которая пытается, задев ребенка, как бы, что доказать кому? Я не понимаю. Очень глупо с вашей стороны. Вам надо повзрослеть. Да, северная. Там, что стоит? Золотая Бентли. Золотая. Оранжевая. Да. У меня вообще было только внука. Угу. Все, что так, а сколько она вышла? Так, как относишься к поступкам Захара? Слушайте, я вообще не знаю, какие у него там поступки. Я никогда не видела, ничего про него не знаю. Вот. Ну, короче, внизу мне прислали взять сумму какую-то. Отец. Отец. Сейчас прижесок взять с собой, да? Да, и да. Отца подави сюда. Он не может. А. А? Да. Что-то хотела спросить. Так, привет, где Бетти? Беттичка дома. Так, привет, Таточка. Приветик тебе из Пензы. Ты самая крутая мамочка. Прости большое. Так. Что за кавказский муж пришел? Это, кстати, и есть мой супруг по этому сериалу. А вот моя напарница, вон девочка. Я тебе звонила. Мне? Почему ты не берешь трубку? Это ты была? Это я, Юля. Ничего себе. А мне почему-то не... написала, ты уходила? А я думаю, кто-то мне написал, думаю, я не знаю, кто это. Я читаю. Так, а скажите мне, пожалуйста, как вы... Вита, как вы тем? Потом же идти возможно. Короче, вот моя... Короче, вот это моя... Хотел сказать, моя жена. Короче, мы с ней две жены одного мужа. Вот. А эти девочки... Вот девочка. Так, вот она, ее сумка. И вот девочка, которая в черненьком платьишке. Это две другие жены. Надо взять с собой на работу, вот. Да? Так. Нела, Нела. Соперница, это мои соперницы. Чего мне интересно, руки чуть-чуть высохнут? Еда. Сколько? 1500, 1600 Так, здесь сериал можно будет посмотреть. Естественно, я все буду выкладывать в Инстаграм, поэтому вы все это увидите у меня на страничке. Что, где, когда, во сколько. Но это еще будет, ну, относительно... А как у вас вообще программа съемок? Девчонки, у кого есть 200 рублей? 10 рублей. Мы ведем. Есть у тебя? На карту перевести. Сегодня мы третью серию снимали. Не перевести. Ну, как бы мы почти в каждой серии, а они идут нон-стоп. Так что примерно 10 дней подряд. А, 10 дней подряд все. Нашли 200 метров. Так, давай... Ох, секрет, как застынуть. Да? Я боюсь высоты, да. Прикольно. Ну, нет, там он еще не приехал. 8-9-926. Спасибо. Таточка, привет из Германии. Откройте, пожалуйста, нашему папе. Так, открыть папе там. Пойдем вместе сейчас откроем. Так, 200, да? Давай, идем. Что-то спать хочется. Анастасия, да? Да, Анастасия. У меня сегодня мероприятие. Я сегодня в 2 часа иду в гольф-кантри. Иду на вечеринку, гольф-вечеринку. Идем. Мне надо побыстрее успеть закончить сеточку для того, чтобы попасть на гольф-мероприятие. Я сегодня в 2 часа играю в гольф. А время 12 часов. 2 часа дня играю. Да. Подожди, ты не успеешь. Вообще, мне сказали, что типа, я самая первая отснимусь и поскочу. А потом у меня просто важное мероприятие, вот игра в гольф. Да, точно. А далеко? 60 километров от Москвы. 2 часа ты должна быть там?
Не, ну опоздать, естественно, я имею право. У меня игра начинается в 3.30. А. Но выехать я должна была в 2, чтобы в 3 там быть, грубо говоря, переодеться, и в 3.30 у меня гольф. Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Сейчас посмотрим, сейчас они там какую-то часть. Там, в принципе, там у меня небольшая сегодня вроде вот эта часть. Так, Тата, пожалуйста, расскажи. Так, про Венеру. Они сверху и снизу, да? И снизу, и сверху. Отдохнешь немного, хоть очень красивая и добрая, сильная энергетика. Спасибо. Кстати, энергетика, мне кажется, у меня действительно сильная, а тут не знаю. Я себя со стороны не видела. Но мне так кажется. Я в этом уверена, в принципе. Если я злая, и я зайду куда-нибудь злая, наверное, меня все почувствуют, что я злая. Если я веселая, тоже себя почувствую, что я веселая. Даже если я буду молчать, мне как-то фибрами будет прям все выдаваться. Это если... Все нормально, нормально все. Так. Витоль, сейчас какую часть снимают? Сейчас они офис сначала, а следующий этап будет, когда вы нет, когда вы закончили. И все, да? Я могу, в принципе, потом все? Да. Ой, кайф. И я еду на гольф, ура! Ура, 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 ура. Привет из Кузбасса. Привет, Тольятти, Тольятти, привет. Тольятти, ты меня слышишь? Привет. Подождите, у меня херовая палка держится сейчас. Так, сейчас спортом занимаешься? Как часто? Я каждый день занимаюсь спортом с понедельника по пятницу в 10:00. Вы можете заходить ко мне в прямой эфир. Заниматься вместе со мной, потому что все это я делаю онлайн, в принципе, но не всегда, но часто очень это делаю, поэтому кому будет интересно, кто хочет, вообще приходите заниматься ко мне, а если вы приехать не можете, тогда включайте мой прямой эфир и занимайтесь вместе со мной утром в прямом эфире ровно в 10:00 утра. Значит, в 10 начинаем, в 11 заканчиваем. У нас идет с вами растяжка, после растяжки у нас идет с вами кардио и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому все, кто хочет себе упругую попочку, приходите. И приходите, я вас жду. Беларусь, мы сильные, Беларусь, держись. Это вообще очень... А есть сколько? Плохой кофе? 50 рублей за это говно? А почему? А тут же вот такая есть. Нет, она американо. А это как почему? А я не могу пить американо. Да. А я матчу брала, мне понравилось. Матчу? Ты брала? Да, внизу, внизу. Нет, я только в кафе. Я только кофе не пью. Так, молодец, от сладкого и мучного отказалась. Да, я вообще не ем сладкое, вообще, в принципе. Мучное, я сейчас скажу, когда я ела. Нет, я ем макарошки твердых сортов иногда. Очень редко, с морепродуктами. Ну, как бы я себе, в принципе, это позволяю. Но там, опять же, такая порция маленькая, что там невозможно поправиться. И я в любом случае в день потребляю намного больше, точнее, в день я сжигаю намного больше калорий, чем я потребляю. И так как я ем очень много сельдерея... Иди работай. Слушайте, я знаю, делать. Какой у меня образ. Какой? Я знаю, я вообще вот как в жизни. Я ни хера не делать не буду. У меня, вы не представляете, все мои мужчины всегда мне готовили. Я никогда в жизни не готовила. Все они всегда мне готовят. И почему у них у всех хобби готовить? Я говорю, блядь, как будто в сказку попала, ребята. Поэтому, если что, вся ответственность на тебе. Я как бы лентяйка. Я не готова на это. Я лентяйка. Я нашла свой образ лентяйки. Которая все время лежит и такая, эй, вон твоя еда. Сейчас тебе она принесет. Знаешь, что таких вас домой отправляют? А я все равно за вас не пойду. Поэтому каждому свое. Да. Ну, почему бы и нет? Потому что, ну, как бы, интересы должны быть одинаковые, менталитет. Я
и религии. Ну, как я в этом плане такой человек, что может. Да, есть разные, но есть мужчины. Нет, я тебе говорю, есть вот у меня знакомые, это мои подружки, родители, они шикарно живут. Она мама русская, она дагестанка, ну, как отец. Они шикарно вообще живут, очень любят друг друга, очень много лет уже вместе. Такие крутые, они празднуют и яички красят, и Кулак Байрам, то есть, ну, как-то они друг друга поддерживают. На самом деле, это очень приятно, мне так кажется. Есть, есть. Но не все на такое готовы. Вот, а я, нет, я вообще другой. Я вообще без разницы, с кого я буду стараться. Да? У тебя теперь пофиг, да, в принципе, не смогу? Могу не выйти вообще. Ну, нет, так нельзя. Так, меня попросили показать эту сторожку. Так, а ты не ревнуешь дочку Кани? Нет, конечно, чем мне ее ревновать. Я наоборот хочу, чтобы не ладили нормально, потом ребенок родится, чтобы батюшка ходили еще туда, ко мне, сюда. Сами разберитесь, кто первый, кто вторая. Мне кажется, вот эта вторая. Потому что она нифига ничего не делает. У меня просто есть первая жена, которая очень любит блатовать, и она хочет надо мной иметь власть. Я дала ей власть на все руки, поэтому лежу. Перепишите, пожалуйста, сценарий. Идеальный сценарий. Так. Я думала, что манекен, когда нет, затупил. Какой манекен, не поняла. Так, когда я злая, я начинаю кушать много. Так, я соседка Таты, я знаю, что Таты. В этот момент я была. Что Тата не одна, и ухажеры у нее разные. Ничего себе. Так, мучорик Чкимханга. Ой, представляешь, вчера я тебе думала, Абочка. Колич Гирворик Симчорик. Сериал с Бляпанкас. Амфрамир, первая дра. Первая серия до... Женщина. Разные ухажеры, говорят, это успех. Нет. Это вообще прикол. Как будто я этот... Как будто это зазорно иметь ухажеров. Прям вообще пипец, что рассказали, бля. У меня вот такой красавец, и как это ухажер есть? Как? Это невероятно просто. Так что, блядь. Вы серьезно? Что за низкий, ой, высокий голос? Ой, блин, это неправильно. Это Нюша, кто? Так это не Нюша поет, это мои знакомые. Перепели? Это ее голос, да. Это что? Это нормально, Так, что там про сельдерей? Значит, по поводу сельдерея. Сельдерей, мы с вами берем мой любимый салат. Из чего он состоит? Мы берем авокадо, мы берем сельдерей, мы берем половину лимона и мы берем креветочки. Значит, креветочки мы обжариваем, авокадо с сельдереем нарезаем, все это перемешиваем, добавляем чуть-чуть оливкового масла или масло, ну да, оливкового масла, потом чуть-чуть соль, перец там по вкусу, как хотите, и лимонный сок. Я этим все заправляю лимонный сок. Все. Сказочный салат. Сначала был такой полезный, что было так противно, что он такой полезный. А потом я привыкла. И сейчас я его очень люблю и без него вообще не могу. Нет, я первая. Так, как ваша дочь? Моя дочь прекрасна. Очень хорошо. Ты моя маленькая козеточка моя, хорошо. Меня нами катали 15 часов с 5 вечера до 5 утра. Я себе лом, нет? Без. Я первый там делал, потом. Не, а бейсбол особо не помогает. Да? Вот я помню, не могу. Что мне через рука прям устала, каким ты держал? Без бейсбола. Я же вообще не чувствую. Заходи, подальше, даже не было. Мне здесь многие пишут, что ты осталась совсем одна, сетка подержалась, сказала, что у мужчин большой интерес к тебе. А, ну тогда спасибо. Я просто не знаю, я ничего-то пропустила все вопросы. Ой, спасибо, Таточка, за рецепт. Попробуй. Обязательно попробуйте, это очень низкокалорийный салат. Очень низкокалорийный, поэтому кто хочет похудеть, обязательно его кушайте. Или даже не то, что похудеть, просто поддерживать себя в форме, быть здоровой. Это очень полезно, это вкусно и как бы...
Я это и мистер, и миссис Смит. Блин, у меня рука болит, устала рука, блин, значит, устала очень, не знаю почему. Ну, какой-то стиль, конечно. Ну, почему-то прям нормально. А вот здесь, ну, это, как тебе такой комплимент? Такие глазки, такие бро. Ты мой перс. Выходи, говори за сачок. Выходи, говори за сачок. Блин, у меня почему-то руки, вот прям уставшие руки, как будто вот здесь они весят по 500 килограмм, не понимаю, что это, не такой первый раз в жизни. У меня такое ощущение, что у меня вот эта вот часть, вот прям вот очень тяжелая, именно вот эта часть рук сейчас. Я каждый день как-то занимаюсь. Сюда мне прям все руки не могу держать, телефон даже. Представляешь, какая я ленивая, телефон держать не могу. А ты еще хочешь, чтобы я ему что-то готовила, блин? Я сказала, я больше готовить не буду. А кто будет мужа кормить? Кто будет муженька кормить? Так. Какое красивое платье. Это для съемок мне такое сегодня платье. Это мне специально. Так, очень на маму похоже. Ну, конечно, я же мамочкина дочка. Как я могу быть на нее не похожа? Я же мамочкина доченька. Как я могу быть на нее не похожа? Моя мамочка любименькая. Сейчас платочек мне надо надеть. Ой. Я это мистер, миссис Смит. А какой рост у вас? У меня 168. Блин, мне краситься надо. У меня, смотрите, корни уже светлее, чем этот. Да? Ты покажешь мне видео? Да. Давай. Где, в Инстаграм смотреть? А, на твои пельмени, да. Подождите, как по-дагестански надо завязать этот платок, получается? А ты что сделала, я не поняла. Просто вот так? Да, да, да. Ну завяжи там, чтобы она держалась. Сейчас посмотрю. А? Я скидывал ему, сейчас покажу. Мне Кен хочет. Мне кажется, мне не лучше было в славянском варианте. Нет, это не как я, это может не как я даже завязать. Ну сейчас посмотрю. По кайфу. По кайфу. Я скидывал своему такому. А, ну волосы так не должны, наверное, торчать, да? Можно? До 6 сеансов, по 10 за сеанс. Че, давайте, какой вариант платка лучше? Вот так вот? Или все-таки его сделать более по-славянски, что ли, как сказать сейчас? Не по-славянски, по-славянски, по-православному. А вы на такой натаже? Блин, здесь света нет. Если это изменит, за руках, как бы 160. Дырка в подмышке? Да не может быть, это новое, ну это же съемочное платье привезли, нет никакой дырки. Что такое говорить? Нет, так не моя, не мой. Она очень чистая, она прям родилась секретаршей. Такой со стажем. Видите BMW-шку? Ой, блин, а мне тоже там надо было припарковаться. Что это по новому? Башня, смотрите, башня. Ой, Аленушка, не могу из тебя прятать, не могу этот платок никак надеть. Я это и мистер, и миссис Смит, но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, трубку не беру. Что-то я не знаю, не могу, как
как одеть-то? Сейчас я волосы вот эти уберу. Оставлю, типа, только челочку. Мне кажется, в первый раз у меня было лучше всего. Чуть не очень. Ой, так первый раз мне было хорошо, блин, зачем я все испортила? Тата, глянь хорошо, вправо реально кажется, что порвано. Да нет, ничего не порвано. Я еще так никогда подмышки не показывала. Нет. Ой, да, прикиньте. Реально. У меня платье порвано. Надо сказать. Ой, да, девчонки, реально. Так. Чем он с тебя сидела? Занялась бы лучше ребенком. Да что ты говоришь, бляха-муха? Чем ты сидела бы в моем прямом эфире, блядь? Лучше пошла денежки заработала. Или ребенку бы жопу помыла. А то сама сидишь. Я-то хоть делом занята. Я работаю. А ты что делаешь? На меня смотришь, на дуру такую? Че время тратить? Как это открывается? Я не знаю. Так, Тата, обрати внимание на ТК-26. Так, сейчас найду ее. Так, мочит, как корова быть. Ой, смотри, чтоб ты не мочала, блядь. Бедная моя. Лошара, блин. Скрывать прямой эфир. Так, заблокировали. Так, привет, кто-то. Другому завяжут, пусть, короче, я не знаю, сейчас придумаю, когда уже до съемочки дойдет. Она вчера гадость, это кому лишенная, сейчас же скоро осень, у меня обострение, наверное. Бабушка Фиса. Вот так, если бы надо было играть еврейскую бабку, ее бы я точно хорошо сыграла. Но, увы. Ты мистер и миссис Смит, но это не любовь, так что без обид. Зачем вообще платок? Мне так и для образа нужен. В сериале в этом я играю кавказскую жену, дагестанскую, и мне нужно, именно дагестанскую просто жену я играю, и мне нужно как бы быть в платочке. Нам всем нужно быть в платочках. Все в платочках. Здесь невозможно красить, здесь очень красиво. Вот это. Блески. Для съемки платок, что непонятно. Так. Так, ты наматываешь круги. Я не знаю, просто я уже столько жду, мне уже, знаете, я ждать не люблю, кстати. Я вот, да, надо отдать должное вообще водителям. Это же надо столько иметь выдержки, вообще кого-то так долго иногда ждать вообще. Я вот ждать ненавижу, все-таки ждать, это вообще не про меня, я не жду. Мне очень тяжело ждать, всегда прям. Причем я начинаю, когда еще чем больше ждать, я вот думаю, когда же, потому вот я хожу, 45 кругов наматываю, думаю, когда же, и время идет еще дольше, чем обычно. Так, здравствуйте, как Байчика провела время с Аней и Валерой? Слушайте, они шикарно провели время, у них все хорошо, я очень рада, все у них хорошо, все у них прекрасно.
там нельзя пришпандорить, это так уж. Та-та-та, чаровашка, мерси. Так, название сериала, скажем. Я потом все выставлю у себя в Инстаграме, все будет. Что, когда выходит? У нас будет 10 серий. Сегодня мы снимаем первую серию. Ну, вообще, мы с третьей начали снимать. Но к тому, что я имела в виду, что... В общем, у нас 10 серий. Вот. Платье крутец, слушайте, ну я не знаю, я бы себе такое платье не купила. Как. Мне нравится фасон, ну как бы сам. Ну, такое вот здесь мишень очень нравится. Ну, я бы себе такое, в принципе, платье бы не купила. Хотя, ну, оно какое-то. Не мое, это не мое. Не мое. Вообще не мое. It's not my style. Здесь перьев нет, страз нет, ничего не горит, ничего не блестит. Так, как так можно? Так можно? Я не поняла. Шучу. Мне просто не моя модель. Хотя мне цвет очень нравится. И фасон, в принципе, мне нравится, но все равно что-то в нем не так. Вот. Ты и мистер, и мистер. Так, что за задача? Это играет отца. Отца моего супруга. По сериалу, естественно. Так, как называется твоя стрижка? Слушайте, у меня каскад. Так. Обалденная стрижка у тебя, спасибо. Но здесь дело не только в моей стрижке, здесь, естественно, стрижка как бы тоже дает много чего, но вообще просто я еще так укладываю эту стрижку. То есть эту стрижку нужно уметь укладывать. Эту стрижку как бы нельзя вот просто взять плойкой, выпрямить и все, это будет некрасиво, это будет неприкольно. Так как я полностью всегда укладываю волосы на брашинг, а точнее на свою фен-расческу, которая это сразу и брашинг, и расческа два в одном, и ты это все делаешь от корней, поэтому у тебя всегда такой получается классный объем, тебе всегда круто, легко лежат, видите, то есть они играют. Нет такого, что волосы, например, если делать плойкой, как ни крути, то волосы, они все равно, они тяжелые. А когда ты делаешь этим, как их называют, фен-расческой, во-первых, у тебя волосы легкие, они такие играющие, это во-первых. А во-вторых, это ничего не жжет, ну, как бы это намного, ну, это лучше намного. Я всем советую купить себе обязательно вот эту фен-расческу. Смотри, как у меня волосы, во-первых, блестят. Благо, сейчас я дорогущийся шампунь купила, но... А что там, что там? Офигенно. А где все? Не знаю. Ты съела их? Я их съела. Господи, не страшно. А, ванна. А, ванна все? Да. Вопрос, знаешь, какой у меня? Я? Какой? Не знаю, где моя куртка. Куртка? Нет, какая она была? Она была кожаная, полукожаная, Тканевая. Добрый. Где же переодевалась? Может, там нет? Так нет, вот здесь я переодевалась. Может, они сюда поставили? Ну, у меня такое. Сейчас... Может, я вот она нашла? Да. Класс. Нашел. Да, где мой кофе? Ну, мало. Ну, в принципе, все те, кто был там, да, скажи, 500 подписчиков. Так, ну что, короче, пошла я поскакала, пойду сейчас уже спрошу чуку, да? Пошла я поскакала, и в окно прыгнула. Я пошла, короче, поскакала, я что-то пойду, знаю, что там, как, куда, во сколько надо идти, потому что поскорее хочу начать уже съемку, так как у меня в два мне нужно выезжать на гольф, в 3:30 у меня уже игра, вот, и поэтому мне нужно, чтобы мне все сделали побыстрее, я сегодня...
Мне сегодня гольф. Ну и потом, покой, сейчас все время возвращаться не особо. Так, все, я вас целую, чао, какао.